В Одессе на вымогательстве взяток поймали местных чиновников. Речь идет о коммунальном предприятии «Одесса Транспарк Сервис». Вот кадры задержания подозреваемых. Видео выложили в сеть местные активисты. Операцию проводили сотрудники СБУ вместе с прокуратурой. По данным следствия, чиновники получали денежные вознаграждения от коммерсантов, которые занимаются парковочным бизнесом. Размеры взяток за различные согласования и решения варьировались в зависимости от размера и места расположения автостоянки. Суммы колебались от 2 до 5 тысяч долларов. Руководителя предприятия взяли с поличным. В его кабинете изъяли черную бухгалтерию и около 35 тысяч долларов.